Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Муник здесь Кирилл Путболови. Не забывайте вводить муник при регистрации. Итак, пацаны, цибулька выросла наша. Как я обещал, в новой серии я все это продам. Все это добро. Я не выходил с игры, не знаю, если выйти с игры, оно тоже будет расти или нет. Но, скорее всего, наверное, да. Я специально ничего не забирал, не снимал. Ну, точнее, цибульку не брал. Давайте будем нажимать Alt и забирать. Ждите 16 секунд. Ух ты, это будет долго, поэтому давайте я соберу и тогда уже продолжим. Блин, собирать их это очень долго, пацаны, и скучно. Поэтому не буду весь процесс показывать. Ну, думаю, вот так понятно. Подходишь, нажимаешь, ждешь. Подходишь, нажимаешь и ждешь. Я только что один даун хотел задеймить. Я ему пишу, он возле меня стоял и оружием меня целился. Я пишу, типа, добора хочешь? Он дал мне 110 рублей. Я такой думаю, ладно. Потом я стою, и это быдло начинает стрелять. Я забежал в дом, он забежал за мной, написал 41 дэм, его посадили деморган. Чувак сам виноват, я ему написал, деморган хочешь? Ну и чувак улетел. Здесь админы очень круто реагируют, реально. Просто моментально, просто садят людей. Вот ты написал, и они сразу... Не, ну сейчас лайн 203, возможно, из этого они так быстро отреагировали, но в основном читеров они сразу банят, за это мне очень нравится. Родина, реально, просто за это им респект, просто, муа, просто персик. Реально, просто я помню, стримил, по-моему, в воскресенье, по-моему, и читер прилетел, его тупо сразу забанили, понимаете? Блин, здесь, походу, не читер нормально стоит, то, что админ пишет, поэтому... Родина насчет читеров, там, насчет наказаний ДМщиков и так далее, просто one love. И заметьте, здесь садят в Деморган за ДМ не на 60 минут, а на 120. Ну, тут жесткие наказания, но, блин, никто не жалуется, что типа вот, так много дают, потому что люди понимают, так больше РП соблюдается. Меня первый раз начали ДМить, меня первый раз за 5 дней, что я здесь играю. Да и вообще меня никогда не дэймили, я здесь когда еще раньше играл. Я имею в виду 5 дней, когда я сюда вернулся. То меня здесь никто вообще не дэймил. Этот человек пришел, он на мотоцикле ехал, что-то увидел меня. Подошел ко мне, стоял, ничего не писал вообще. Потом целое оружие, я такой, ну целься, блин, целься. Потом подошел ко мне, пишу. Типа он целится, я пишу, ты деморган хочешь? Он промолчал, дал мне 110 рублей, ну ладно. Короче, все, я собрал весь урожай, нам нужно как-то хп пополнить, потому что... Видите, моему персонажу плохо. Надо в больничку съездить. Давайте я возьму Чирон. Хотя он, наверное, вас задолбал уже, этот Чирон. Ну ладно. Просто, не знаю, я на нем не накатаюсь никак. Очень крутая машина. Серьезно, если вы покупаете Чирон, вот вы можете вот это все продать. Ну, кроме вертолета, я думаю, можно продать. Потому что Чирон заменяет все машины. Тупо все. Он такой охуенный, такой плавный, у него такая подвесочка классная. Блин, ну... Кто катался на нем, тот меня поймет. Конечно, там много я цибули, конечно, посадил, но ладно, мы сейчас ее продадим. И думаю, поедем еще закупимся и посадим уже много чего, там картошечку, арбузики. И думаю, будет заебись. А в следующей серии, наверное, тоже их. Ну, это или я в ней серии это все сделаю. Короче, посмотрим. Вот это место, где продают овощи. Давайте я вот сюда куда-то тачку всю поставлю, чтобы на дороге ее ставить. Все, у нас есть лопатка. Блин, я не могу бегать, кстати. Ах, жесть, я не могу бегать, поэтому будем потихонечку передвигаться. Хоп. Давайте вот так вот сделаем. Стоп, где тут вход, я где-то видел. А, вон дальше там. Вот здесь нужно подавать, продать сельские товары. Так. Обратите внимание, цены на продажу сельских товаров могут меняться каждый payday. Так, лук по 12 рублей. Принять. Так. Сом, лук. Лук. Все, я... Вы успешно продали лук. У меня еще лука нет, случайно. Нет, все. Я продал весь лук свой. Не, ну, в принципе, я в плюс ушел, как бы. Ну, не намного, конечно, да, но в плюс ушел. Я потратил, по-моему, тогда 300 рублей. А, видите, я вот заработал 800 рублей. И каждый ПД цены на продажу... сельских товаров меняется, это круто. Вот снова этот магазинчик, блин, у меня бензо мало,
там впереди заправка, и вон в той стороне, ну, туда ближе ехать, не знаю, сейчас, наверное, поедем, потом заправимся. Лопатка, блин, бегать же я не могу. Так, давайте купим даже подсолнухи, наверное, купим. 130 минут они растут, да? Купим 10 подсолнухов. Потом картошку купим тоже 10. Помидоры купим тоже 10. Так, лук, арбузы. Еще арбузы купим 10. Всего по 10 я купил, чтобы попробовать. Плант, команда же там, да? Точно. Все, поехали, теперь заправимся и пойдем домой, посадим это все. Так, вот я заехал заправиться, потому что бенза мало. Что мне за бензин можно? Постоянно забываю, какой нужен бензин. Так, 95, да, его лить надо. 80 литров, я думаю, этого будет достаточно. Все, погнали теперь домой. Так, вот я возле дома уже. Кто-то пихал мой гелик, видимо. Ну ладно. Блин, я же бегать не могу, забываю постоянно. Че, начнем садить плант. Так, нам нужно что в первую очередь? Свекла, арбузы. Но арбузы можно и посадить возле дома. Так, давайте с арбуза, наверное, и начнем. Это у нас 3. 3, 1, давайте. Блин, я не могу бегать, забываю. Арбузы я буду тут садить. Раз арбуз. Два арбуз. Три арбуз. Так, вот так будем арбузы, короче, вот так садить. Я хочу красиво просто посадить, чтобы было четенько. Так, вышло 9 арбузов. Ну, думаю, тогда 10 я не буду садить. Хрен с ним, пусть будет 9 арбузов. Попытался красиво посадить, как смог. Так, теперь будем садить картошку. Раз картошка, два картошка, три картошка. Так. Будем тоже пытаться ровно садить эту картошку. Относительно ровно. Да. Все, картошку мы садим, тоже нормально все. Так, начинаем обратно отсюда. Там 4 картошки, да, получилось. Здесь, значит, еще одну. Так, вышло 8, тоже, значит, не буду все садить. Фух, все, я посадил уже. Вот подсолнухи я посадил. Вот это подсолнухи, все идет. Вот помидоры, вот. She was from the outside, I was from the north. She was